Всем привет! Если вы смотрите это видео, значит вы на канале Paperboy, а я его новый участник Женя. И вы теперь будете видеть меня по средам. Вот. На этой неделе такая довольно интересная тема. Это религия. Наверное, за все время, что я был зрителем Paperboy, я ни разу не видел, чтобы обсуждалась такая тема. Я заранее могу сказать, что, наверное, я не очень много могу рассказать на эту тематику, вообще на тему религии. Моя семья исповедует христианство, то есть мои родители православные христиане. И изначально я тоже исповедовал эту же религию, но это был такой неосознанный выбор ребенка, точнее, это даже был не выбор, это было скорее так, родители сказали, ребенок сделал. И как и в любой религии, надо было, есть какие-то вещи, которые ты должен делать, есть какие-то вещи, которые ты не должен делать. То есть мне нужно было молиться, когда ты проснулся, перед едой, после еды, перед сном молиться, ходить в церковь, соблюдать посты. Но мне никто не объяснял, для чего я это делаю. То есть мои родители просто сказали, что вот есть такая-то религия, она единственно правильная, есть такой-то Бог, он... Это вот единственный Бог, и ты должен исповедовать эту религию, потому что мы считаем, что она единственно верная. И никто никак мне не объяснял, для чего я молюсь, для чего соблюдать пост. Просто так надо, и все. И это доходило даже до того, что меня могли наказывать за то, что я вот забыл помолиться. Я считаю, что это неправильно. То, что родители могут принудить ребенка исповедовать религию. Ту религию, которую они считают верной. Поскольку каждый человек вправе сам решать, что, какую религию исповедовать или не исповедовать вообще ничего. Я не исповедую какой-то конкретной религии, но я бы не назвал себя атеистом. Я верю во что-то высшее, верю в судьбу, верю в карму, что все в жизни не просто так происходит. Это если кратко. Что касается второго вопроса, менялась ли ваша религия на протяжении перехода, я не знаю, на самом деле, как ответить на этот вопрос, потому что я не считаю, что переход может как-то повлиять на религию, которую исповедует человек. Ладно, видео получилось, наверное, довольно-таки коротким, непонятным. Но, к сожалению, я предупреждал, что я не могу, что я мало чего могу сказать на эту тему. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под этим видео. С вами был Женя. Увидимся на канале Paperboy на следующей неделе, в среду. Пока.